танки онлайн. Как часто я это слышал. Сказать, что для меня это просто игра, будет глупо. С этой, казалось бы, браузерной игрой, у меня в жизни связаны многие моменты. Первая тёлка, друзья, популярность, доход. Но у моего героя нет хэппи-энда. Меня все кинули, позабыли. О чем я вообще? Изливаю душу в танковом видео. Ты ведь сюда пришел поорать, как в старые добрые времена. Но не обманывай себя. Тебе явно что-то не понравится. Смонтировал плохо, ты бы сделал лучше. А сюжета вообще нету. Нет. Раньше однозначно лучше было. И ты уже недовольный. Закрываешь это видео. Но потом вспоминаешь, что это последний мой туториал. Реально, последний. И тут ты задумался. А может и не так все плохо. Но лучше не забивай себе голову. А на орбите очень спокойно. Нет надоедливых воспожигеров, и тут никто не смотрит Сенчу. А еще, меня тут никто не достает. Познал дзен, так сказать. Конечно, надо быть в курсе последних новостей. Интернет тут не ловит, но есть прекрасное радио. Почему тебе стоит подписаться на канал Сенча? На этом канале нету мата, поэтому он будет интересен как взрослый. Капец, он и до сюда добрался. Оп, Ромасик DVD. Это тема. Всем привет, с вами Саша Джаггернаут, и сегодня я вас научу, как... Чё нахуй? Я точно не знаю, что за Джаггер там завелся. Но дикое желание снести ему пол ебла.